Милые наши девушки, наши мамы, бабушки, сестренки, тети. Действительно, 8 марта – это тот день, когда вам уделяется повышенное внимание, потому что вы этого достойны, вы это заслужили. От чистого сердца, каждой красавице, хочу пожелать здоровья, добра, жизненной энергии, всех благ. Да, время нынче непростое. Не всем приходится легко. Не все радуются жизни, такое тоже бывает. Но мне хотелось бы выразить надежду на то, что мы будем менять, сообща вместе, мир в лучшую сторону. Спасибо вам за жизнь, милые женщины. Спасибо вам за воспитание, за советы, за вашу красоту и за любовь, которую вы нам дарите. С большим уважением, с огромной признательностью, ваш Роман Томоев. С праздником, с 8 марта!